Но как было во дни Ноя, так будет и при возвращении Сына Человеческого. Перед потопом люди ели, пили, женились и выходили замуж. Они не понимали, что должно случиться, пока не пришел потоп и не истребил их всех. То же самое было и во дни Лота, во времена Содома и Гоморры. Люди ели и пили, покупали и продавали, сажали и строили. Но в день, когда Лот покинул Содом, с неба пролились дождь, огонь и сера, и всех их уничтожил. Так будет и когда придет Сын Человеческий. Во сне мне представилось, что я нахожусь на возвышении в большом древнем городе. Перед моими глазами открылась панорама города с его высокими башнями, крепостными стенами, красивыми зданиями. Но пока я смотрел на все это, вдруг я был поражен, когда заметил, что прямо рядом со мной был мужчина, который также осматривал величественный город. Мы назовем его Человеком во сне. Но, как вы увидите, он необычный человек. Глядя на незнакомца рядом со мной, я сразу спросил его: «Простите, а где мы? И почему этот город так мне знаком?» Он повернулся ко мне и ответил: «Это старый город Иерусалим в 70-й год нашей эры». 70-й год нашей эры? Но я знаю из истории, что это город последней осады Иерусалима римскими войсками. Тот человек еще раз посмотрел на меня и сказал: «Да, верно, это время последней осады Иерусалима. И вам придется предоставить народу Божьему весть предупреждения и подготовки». Эй, проснитесь, мы пропустили вводные слова. Меня зовут Эмиль, и я имею удовольствие представить вам интересный сон, который я видел не так давно. Мне 39 лет, и я вообще из обычного среднего класса общества. Но что более характерно для меня заключается в том, что я происхожу из христианской семьи, и с рождения меня воспитывали, чтобы положить добродетели и веру в Бога как главные приоритеты в моей жизни. Ну и нечто большее. Моя семья является представителем 4-5 поколения, в котором соблюдают 10 заповедей Бога в их первоначальной форме, записанной в Библии. И поскольку мы собираемся поговорить о сне, я должен отметить, я не из тех людей, которым часто снятся сны. Мне очень редко снятся сны, даже из так называемых естественных снов. Если вы спросите меня, что убедило меня, что этот сон не случайный, почему им нужно поделиться с другими людьми? С одной стороны, должен сказать, поскольку в раннем детстве я имел опыт изучения библейских писаний, я должен упомянуть о пророчестве в книге Иаиля, где говорится, что в последние времена Бог будет использовать пророческие сны, через которые Он будет давать своему народу разные вести. Кроме того, сон связан с историческим событием осада Иерусалима в 70-м году нашей эры, и история этой осады занимает особое место в библейских пророчествах о последних временах. Эти пророчества указывают, что в конце времен, как раз перед пришествием Царства Божия, будет трудный период, и его характеристики будут очень похожи на историческую осаду Иерусалима в 70-м году. Я хочу, чтобы мы обратили внимание и на слова,
которыми описывается это пророчество об Асане. Когда вы увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, давайте вспомним эти слова, так как они понадобятся нам чуть позже в истории сна. После того, как я получил сон, я получил уже в реальной жизни три ясных доказательства, что это не случайность. И после того, как мы впервые услышим историю самого сна, я познакомлю вас с этими доказательствами для меня. Они также довольно интересны тем, что очень редко человеку снится сон, а потом этот сон появляется в реальной жизни. Так что пристегните ремни, потому что мы снова вернулись к истории сна. Иерусалим, 70-й год нашей эры. Я ответил, удивился и продолжил. Но я знаю из истории, что этот город – последние осады города римскими войсками. Да, точно, это время последней осады Иерусалима. И вам придется представить народу Божьему весть предупреждения и подготовки. Подожди, конечно, у вас какая-то ошибка, так как я не военный генерал и не человек военной профессии, чтобы организовать и сражаться в битвах. У меня даже нет опыта в этой сфере. Не имеет значения, что у вас нет военной профессии. Не силой, но мудростью придет спасение. Вы должны быть запутали человека, ибо я живу не в то время истории. Я живу почти 2000 лет после 70-го года нашей эры. Потом он торжественно добавил: вы живете именно в это время истории. И как вы думаете, может ли Бог допустить, чтобы ошибаться в выборе человека? Ладно, ладно, наконец сказал я. Ведь если ошибки нет, попробуй что-нибудь придумать по этому поводу. Но с чего мне начать? Как если бы я знал, какие силы у врага, то я бы знал и как лучше подготовиться. Можете ли вы как-нибудь показать мне силы врага? Снова человек из сна повернулся ко мне и сказал: «Да, я могу, но давай же со мной, и я покажу тебе все силы врага». Затем внезапно пейзаж древнего города Иерусалима начал исчезать из нашего поля зрения, пока, наконец, не исчез совсем. Перед нами была открыта большая равнина. Теперь я понял, что этот человек, с которым я разговаривал, был необычным человеком. Вся эта равнина была наполнена множеством марширующих воинов, армий, ужасающих орудий, и числа их я не мог сосчитать, ибо конца их не смог видеть. «О, но это очень большая и сильная армия!» – воскликнул я. «Есть ли у нас в Иерусалиме такая армия, которая смогла бы противостоять ей?» «Не силой, но мудростью», он повторил снова. «Сейчас время, когда сила дается зверю и его армии, и с силой противостоять невозможно. А что касается Божьего народа в Иерусалиме, то он разделен на две основные группы. Пойдем со мной снова, и я покажу их вам». Внезапно шум многочисленных войск стих, декорации изменились, и мы снова оказались в старом городе Иерусалима. Затем человек из сна громко воскликнул и отдал что-то вроде приказа: «Откройте ворота и впустите в первую группу». Отворились большие ворота, и из них вышло множество людей, выстроившихся в ряд. Они шли строем. Сначала я подумал, что это какие-то специальные воинские подразделения быстрого реагирования. Но реальность оказывалась совсем другой, когда первые ряды стали проходить рядом с нами. Это были совершенно нормальные люди.
Каждый держал в руках Библию, и пока он шел, смотрел на небо и говорил примерно так: «О Господи, кто на небесах? Мы видим, что наступают последние времена, и мы погибаем. Помилуй Твой народ. Только на Твою милость мы надеемся». Пока я смотрел на них, человек из сна мне сказал: «Первая группа – это люди молитвы Божьего народа. Они меньшая группа, но это те люди, которые больше тратят времени на изучение священных писаний и для молитвы. Эти люди понимают время, в котором живут. Но они говорят себе: мы ничего не можем сделать, чтобы изменить мировые события. Все, что мы можем сделать, это молиться Богу. И это то, что они делают. Но это и есть молитва, то, что особенно важно в такое время». Я добавил: да, молитва важна, но этого недостаточно. Каждому нужно готовиться практически, а если он этого не делает, он также станет жертвой осады. «Хорошо», — ответил я, — «а теперь можешь показать мне вторую группу, которая находится в Иерусалиме». Вторая группа более многочисленна, и вся она собралась на центральной площади в Иерусалиме. «Пойдем со мной, и ты увидишь их». И вдруг мы оказались на большой площади в центре города, где собралась очень большая толпа людей. Что меня поразило, так это то, что на этой площади стояло много столов, вокруг которых собирались люди. Все люди за этими столами что-то обсуждали, но выглядели веселыми и улыбающимися, и счастливыми. Совершенно другая настройка по сравнению с первой группой, которую мы только что видели, молящихся людей. Затем я обернулся к человеку, который был рядом со мной из сна, и его я спросил: «Мне кажется, здесь собрались все для обсуждения грядущей осады Иерусалима. Но я не могу понять, почему все они выглядят такими радостными, счастливыми и улыбающимися, как будто они на каком-то празднике. К сожалению, эти люди даже не осознают, что приближается последняя осада и что это произойдет в их время. Пойдем теперь со мной, пойдем и пойдем между столами, и мы узнаем, что все здесь обсуждают». И вот мы проходим между столами, оглядываемся и внимательно слушаем, что обсуждают люди. На одном столе были какие-то архитектурные чертежи, и люди там говорили о предстоящих строительных проектах. За другим столом молодые люди обсуждали, какое-то образование получить и какой вуз лучший. За третьим столом мальчик дарил цветок девушке, обсудили дату свадьбы. На другом столе стояло несколько компьютеров с графиками, и люди следили за какими-то обменами валютами. Другие говорили о том, какую машину купить и какой дом построить. Затем внезапно я остановился и спросил человека во сне, стоящего рядом со мной: «Что здесь происходит?» «Все люди, они говорят о разных вещах, и каждый строит разные планы на будущее. И я не вижу ни за одним столом обсуждения приближающейся осады Иерусалима». «Да, вы правильно заметили», — ответил он мне. «Это люди из второй группы среди Божьего народа. Они составляют большую группу. Они также готовят свой характер для Царства Божьего, но тратят меньше времени на изучение священных писаний и молитвы. В отличие от первой группы, которую вы видели некоторое время назад, и поэтому они не могут осознавать опасности времени, в котором они живут. Они говорят себе: кризисы всегда приходят и уходят, но ожидается, что мы сделаем все, что в наших силах,
Жизнь продолжается, и мы будем планировать и развиваться до самого конца. И когда наступят последние времена, Богу важно, как провести нас через них. Мгновение я прервал его и добавил. Но мы видели приближающуюся армию, которая группируется и готовится. Не может быть, чтобы кто-нибудь в этом городе не знал о приближающейся осаде. Где руководители этих людей? Конечно, они должны знать о наближающейся осаде. Тогда мужчина из моего сна ответил: «Да, есть много лидеров с разными должностями и обязанностями, и все они собрались на большой сцене посреди площади. Там играют на самых разных музыкальных инструментах, так, чтобы всем людям за столом было комфортно на фоне приятной музыки». «Играют ли они на музыкальных инструментах?» Я ответил: «Это невозможно в такое время. Пожалуйста, отведите меня к ним, чтобы мы могли поговорить». Дальше мы продолжали прогулку вперед между столами, пока действительно внезапно перед нами оказалась большая сцена, на которой также было множество людей. И действительно, они играли на самых разных музыкальных инструментах. В воздухе витала приятная и нежная музыка. Затем я пошел к одному из лидеров, и я обратился к нему со словами: «Как вы можете играть на музыкальных инструментах в такое время, когда приближается окончательная осада Иерусалима?» Мужчина со сцены смотрел на меня, улыбнулся, а затем снова отвел взгляд и продолжал играть. В этот неловкий момент другой человек подошел ко мне со сцены и повелительно сказал: «Не мешайте людям за столами. Бог стоит у руля истории и наблюдает за своим народом. И если какая-то беда приближается, мы лидеры первые, кого Он будет предупреждать». Тогда я повернулся к человеку из сна, который стоял рядом со мной и молча слушал мой разговор с лидерами. Я спросил его, что будет с планами и мечтами всех этих людей, когда придет последняя осада. «Все будет суетой и испарится в одно мгновение. Когда придет осада, тогда каждый будет думать только о том, как спасти свою жизнь. Но будет слишком поздно. Только те, кто подготовился заранее для осады, только они смогут избежать разрушительной силы врага». Внутренне напрягшись, я снова спросил его: «Но недавно вы упомянули, что Божий народ должен получить весть предупреждения и подготовки. Что я могу сделать? Я не вижу ни одного готовящегося грядущей осаде». Мужчина из сна посмотрел на меня, улыбнулся и сказал свои последние слова в рассказе сна: «Ты знаешь, что делать? Ты знаешь, что делать». Тогда я поднялся на большую сцену, и в этот момент музыка внезапно остановилась. Люди за столами тоже замолчали и обратили взоры на сцены. Затем я начал кричать громким голосом: «Нет ни одного подготовленного! Нет ни одного подготовленного!» И как это часто бывает с приключенческими историями, она заканчивается в самый интересный момент. Так вот тут-то и закончился сон. Такова была история сна в последней осаде Иерусалима. Было бы неплохо, если бы было еще немного продолжения, чтобы увидеть, каким будет окончательный результат этой истории. Однако у этой истории есть продолжение, которое тоже очень интересно.
потому что действие этого продолжения происходит в реальной жизни. История сна о последней осаде Иерусалима явилась 8 октября 2021 года. День был в пятницу вечером, перед субботой. И в то самое утро, когда я проснулся, это было уже утро субботы, 9 октября, когда я еще лежал в постели, я подумал, что это за сон и что это за история. И в этот момент у меня звонит телефон, а я беру трубку и говорю: «Здравствуйте, доброе утро». С другой стороны звонит мужчина и говорит: «Доброе утро. Эмиль, извините, что разбудил вас так рано, но так сложилось обстоятельство, что сегодня мы должны были провести презентацию Библии, но мы не сможем представить ее. Итак, мы обращаемся к вам, если вы можете представить что-нибудь, потому что люди придут на эту встречу». Я сказал: «Но почему ты так звонишь мне в последнюю минуту?» Они говорят мне: «Извините, но мы уверены, что вы имеете о чем говорить, и вы справитесь с задачей». А я сказал: «Хорошо, хорошо, я попробую что-нибудь придумать». После того, как мы закончили разговор по телефону, я сразу подумал о словах: «Ты должен провести презентацию». «Хорошо, а что-нибудь придумай». Немного похоже на мой разговор с мужчиной из сна, так как он тоже сказал, что должен представить весть, и я сказал: «Хорошо, я что-нибудь придумаю». Разве Бог не хочет представлять историю сна в этой презентации? Но я сказал себе: «Об этом сне я буду думать потом. Что я должен придумать сейчас для этой презентации?» В итоге решил, что выберу одну из видеопрезентаций из интернета, с Ютуба, так как там уже все готово. Я немедленно открыл свой компьютер, и там было много-много видеопрезентаций, выстроенных одна под другую. Но первая из них, последняя презентация, которая была опубликована, сразу привлекла мое внимание. Я тут же навел указатель индекс на открытой этой видеопрезентации, и вдруг на экране появилась картинка, которая меня потрясла. Когда я посмотрел на нее, я был очень удивлен. На самом деле, это одна из самых распространенных картин, связанных с исторической осадой Иерусалима. И как видите, даже автор этой презентации в верхнем углу крупными цифрами поставил год, когда произошла эта осада, 70-й год нашей эры, осада Иерусалима. Так что я стоял и смотрел эту картину, и я подумал, что происходит. Мне продолжать мечтать во сне. 70-й год. Осада Иерусалима. Но еще одна интересная вещь. Эта презентация носила название «Когда мерзость стоит на святом месте». Но как мы упоминали некоторое время назад, это точно слова из Библии о пророчестве об осаде Иерусалима. Очень интересно. В ту ночь мне приснился сон, в котором было сказано, что я нахожусь в древнем городе Иерусалиме. И 70-й год нашей эры. И сразу после я просыпаюсь, открываю свой компьютер, и первое, что появляется, самое последнее, опубликованное, представляет собой эту же осаду. Я видел и смотрел. И сказал себе: «Здесь что-то происходит, и я думаю, что понимаю, кто занимается этой работой». Это никак не могло получиться просто случайно. Это был первый признак того, что укрепило во мне убеждение, что этот сон не был случайным, и что Бог хотел, чтобы я представил его другим людям. Итак, дни шли, я все думал о том сне и о том, что случилось в субботу 9 октября 2021 года. Наступил 22-й год, январь месяц. Интересно, что большинство стран начали ослаблять так называемые ограничительные меры. Больше не было нужды в зеленых сертификатах, в дорожных испытаниях. Счастливый
Мирный и наполненный путешествиями Новый год замаячил перед нашими глазами. Имея это в виду, я также подумал об истории сна, который у меня был, и я сказал себе, как рассказ о блокаде войск, армиях, это не очень хорошо сочетается с приятным Новым годом, который ждет нас. Дни продолжали идти, и я сказал себе, мне бы хотелось, чтобы Бог дал какое-то другое знамение по поводу этого сна. Таким образом, произошло нечто уникальное. Он появился в реальной жизни тем же утром. Но шло время, пока календарь не остановился на 24 февраля 2022 года. Утром, когда я услышал в новостях, что между Россией и Украиной объявлена военная операция, с одной стороны, я был шокирован, но с другой стороны, я начал понимать, что мировые события развиваются по знакомому сценарию. Сценарий сна о последней осаде, который мне приснился недавно. Я подумал, разве это не подходящее время, чтобы поделиться этим сном? И в тот же день, днем 24 февраля, случилось, что я встретил знакомого. Мы говорили о том, что происходит в новостях. «Вы слышали о войне?» «Да, я слышал», — ответил он. И тогда я ему говорю, «А в этом нет никакой связи с библейскими пророчествами о конце времени». Он повернулся ко мне, посмотрел и сказал, «Знаешь, я думаю, немногие говорят более конкретно о практической подготовке, которую необходимо провести в эти последние времена, в которые мы живем. А потом он остановился на мгновение, посмотрел на меня снова и обратился ко мне с таким призывом, какого я еще никогда не получал за всю свою жизнь. Он посмотрел на меня и сказал следующее. «Эмиль, ты знаешь, я думаю, что сейчас пришло время, когда вы должны выйти и говорить об этих вещах». Я остался немного задумчивым, но именно в этот момент пришел другой человек и прервал нас, и они оба куда-то ушли. Но я остался так и думал о словах этого человека, которые он произнес. Сейчас самое время выйти и говорить об этих вещах. «24 февраля. Для каких вещей?» Конечно, этот человек ничего не знал о моем сне, но в сказанных словах «сейчас самое время». Вы должны выйти и говорить. Я узнал еще один признак того, что Бог хочет, чтобы этот сон был услышан. Итак, точно 24 февраля 2022 года, в день, когда открылась новая военная страница мировой истории, мне дали еще одно подтверждение, что сейчас самое время представить историю этого сна. И может быть, история этого сна как-то связана с этой датой. Но очень скоро последовало другое знамение, третье, что подтверждает, что в истории в этом сне есть некоторое божественное участие, и это не случайно. Воскресным утром очень рано на улице было еще темно, и я проснулся и уже не мог уснуть. И пока я думал о том, что делать и как использовать время, я решил, что это хорошее время, чтобы набросать основные моменты из предстоящей видеопрезентации по истории сна. Так что я взял несколько белых листов и ручку и вышел из комнаты. Я очень тихо закрыл за собой дверь и сел на диване, который стоял в коридоре. Но я сразу вспомнил, что я взял лист бумаги и взял ручку, но я забыл взять какую-то твердую книгу или тетрадь, учебник, на чем удобно будет писать. Я не мог писать, мне нужно что-то подложить.
И я сказал себе, теперь, если я вернусь в комнату, наверняка разбужу остальных. Я сидел на диване и думал, где взять что-нибудь подложить. Прямо сейчас я заметил, что рядом со мной на диване, где я сидел, лежа какая-то книга. Кто-то оставил там книгу. Я тут же взял ее на руки и посмотрел на нее. Вот эта книга. Когда я посмотрел на нее, я снова был поражен и задумался. Это была детская книга, библейские истории, и на обложке была большая картинка. Там была изображена картина из сна Якова, которому приснилась лестница с спускающимся и поднимающимся по ней ангелами, и Бог, стоящий наверху. Очень интересно, мне нужна была книга, чтобы положить под листы бумаги, на которых я собирался написать сон, который у меня был для последней осады Иерусалима. И кто-то, и мы знаем, кто этот, кто уже сделал так, чтобы точно на том месте, где я собирался сидеть в то утро, ребенок забыл одну из своих книг. И эта книга также изображает сон. И не какой-нибудь сон, а сон Якова из Библии. Сон Якова с лестницей ангелы и Бог, который стоит наверху и произносит заверение. Я с вами, куда бы вы ни отправились в этом путешествии. Именно в этой уверенности больше всего нуждался Яков в начале этого своего пути. Именно в этой уверенности я нуждался в то раннее утро, когда я собирался начать путешествие по истории этого сна о последней осаде. И Бог позаботился о том, чтобы я получил эту уверенность через эту книгу, которую ребенок забыл прямо там, где я собирался сидеть. Глядя на эту картину, в тот момент я понял еще яснее, что Божие благословение присутствует в путешествии этого сна для последней осады. Как это благословение присутствует во сне и путешествии Якова? Путешествие Якова, в котором он получил свое новое имя Израиль. Путешествие, в котором появилось 12 колен Израилевых, и на мировой арене появился новый народ. Народ, который во все будущие века будет носителем Божьего завета и закона. Народ, в котором также появится Мессия, который принесет благословение всем народам на земле. Сон Якова на самом деле представляет собой божественное начало пути Божьего народа. И вот я взял эту книгу сна Якова, положил листы сверху и начал писать сон, который я имел за последнюю осаду Иерусалима. Сон, который на самом деле говорит о последнем путешествии Божьего народа. И вот именно эти три основных момента, знака, доказательства, помогли мне и убедили меня в том, что сон об окончательной осаде Иерусалима не случайен, и что Бог стоит и присутствует в этом путешествии во сне. Такова была история сна об окончательной осаде Иерусалима. И одно из центральных посланий этой истории состоит в том, что последняя осада библейских пророчеств была приведена в действие, приведена в движение, и что пришло время ее начала. Я думаю, нетрудно догадаться, какое событие и какая дата этого начала. Вот почему в этом необходимо более подробно разобраться, каковы основные пророческие характеристики этой последней осады и, следовательно, какие практические приготовления следует предпринять. Может быть, вы знаете некоторые из основных аспектов этой подготовки. Судьбоносный остается вопрос. Решитесь ли вы реализовать их на практике? И помните, что человек во сне сказал, что сейчас самое время, надлежащее время, чтобы сделать эту подготовку. И что если мы упустим это надлежащее время, потом будет поздно после этого. Возможно, вы узнали себя в одной из представленных во сне групп.
Может быть, вы узнали друг друга, марширующих в первой группе, молящихся Богу и изучающих Священное Писание. Или, может быть, вы сидели на центральной площади и планировали будущее своей мечты. Или, может быть, вы были на большой и возвышенной сцене и взяли на себя бремя какой-то ответственности лидера. Ведь неважно, в какой ты группе, вы признали, что и остается судьбоносный вопрос. Что мы будем делать с самым важным посланием, которое приносит сон о последней осаде Иерусалима? А это нет ни одного подготовленного. Нет ни одного подготовленного.